Fight me? Yes! Ты кого-то здесь видишь, блин, еще нахрен? Здесь же я, давай. Ну, да. Ну что же, начинаем. Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games и... Ребятки, как я вам и обещал, на стриме, помните, стрим... По-моему, мы бегали с вами на церках, и я вам обещал снять небольшой видосик на гиперах. Ну что же, ребята, этот день настал. Извиняюсь, если будет шибко лагать, пинг просаживается на этом сервере просто трэшово. О, так. Ну чё, пару слов, наверное, ребята. Я, короче, сегодня на гипер... гиперспине, да. Ну и, конечно же, первый крик мой за мной. Божественно, божественно. Пасть раскрывается, ой-ой-ой, а-ля-ля. Текс. Ну и что у нас тут происходит? Так, у нас тут был файтик, я, правда, его пропустил. Ну, ладно. Ничего страшного. Здорово, Геррера. Такс. Короче говоря, ребятки, сразу хочу сказать огромное спасибо подписчику Диме Панину за то, что он мне дал возможность поиграть на, короче говоря, на гиперах. Вот. Так что, чтобы потом вы меня не заваливали комментариями: «Скай, а как так получилось, Скай? А что, куда ты зашел?» Тот же китайский сервер, безопасный... как бы не буду раскрывать всех секретов, вот, дабы, ну, чтобы вас не ввести в заблуждение или еще что-то прочее. Короче говоря, здесь все безопасно, я не потеряю ни аккаунта, ничего. Оу, нас пытается атаковать Карна. Ну что же, давайте побегаем за Карна. Да, довольно-таки быстрая эта тварина. И посмотри, насколько она огромна. Если бы... Вот представь, гиперкарна, да? Гиперкарна, каким ты его видишь? А, такого огромного роста, а простой Карныч, он еще меньше. Боже, ну в два раза точно. Так, а здесь, короче, такая фишка на сервере. Если ты хочешь пофайтиться, вот, ты должен подойти к сопернику. Опять же, ты только можешь бить гиперов, и ты обязан, по-моему, три раза нажать на троечку. Если согласится твой... как правильно сказать-то, оппонент, то он нажимает, по-моему, тоже троечку, и начинается файт. Ну что же, давайте попробуем, ну, против спинки, наверное, для начала, да, или против Карныча, вот того бы завалить, который мне нанес вообще маленький урон, блин. Это вообще ни о чем было, прошел урон, которого я даже, блин, не заметил. Так, ну, конечно, логично было бы... против Спиноча. Ну, давайте попробуем против Спиноча. Давайте попробуем вызвать, если не будет файтиться. Ну и фиг с ним. Такс. Стой, мне надо обойти все это дело. Они там смотрят, как Карна носится за Карна, друг за дружком. Ну что же, ладно, давайте вызовем. Обычных динозавров, да, ребятки, режима survival трогать нельзя. Трогать нельзя, иначе бан, бан. Скоротечный бан. Так, ну, по-моему, спина меня вообще даже не слышит. Так, ну и еще раз третий. По-моему, ему вообще начхать на нас. Да, это вообще тем более был админ. Он, знаете, как-то лояльно относится, по-моему, сегодня к тому всему, что здесь, блин, происходит. Кстати, ребятки, скажу, что вас ожидает еще множество интереснейших серий. Это одна из первых. Так, оу. Давай файтиться. Я, кстати, заметил, тут сидел русский, по-моему, админ. Он мне написал «пожалуйста». Короче, меня тпшнули, я написал «спасибо», он написал «пожалуйста». Ну, может быть, использовал переводчик. Может, тот же китаец, но использовал переводчик. Ну, ладно. Так, давай драться. Давайте ему напишем «Go fight». Давай. Ну?
будешь? Аль не будешь? Шутишь или не шутишь? Так, я пока не буду нападать. Если он примет, тогда начнем. Давай, дружище. Эй! По-моему, как-то здесь все мирно происходит. И это мне, блин, не нравится. Игроков на сервере маловато. Так, напишем ему... Yes. Please. Так, по-моему, please вот так, да? Или please... Плиз, да, плиз, вот так. Так. Fight me? Yes! Ты кого-то здесь видишь, блин, еще нахрен? Здесь же я, давай. О, да. Ну что же, начинаем. Оу, щит, только бы из-за пинга бы, знаете что, мне бы сейчас бы не умереть. Потому что пинг здесь многострадальный. Все, в жопу зашел, в жопу зашел. Так, первый экран, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой, вот так, вот так, вот так делать не надо. Оу, я и говорю, здесь с пингом просто огромный трэш. Давай, 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 малыш. Ну все, кажется, я минус, наверное. Please, yes. Please, yes. Оу, yes, спасибо. Спасибо. Мне интересно знать, сколько этот малыш... Блин, ну ты бы мне хоть кусок мяса бы оставил. Сколько вот этот данный малыш наносит, блин, урона. Ну, я имею в виду урона... короче, таким же гипером, скажем так. Так, ну что ж, мне придется немножко прыгиниться. Мне интересно, а почему? Почему капли крови не видны... на, короче говоря, вот справа внизу, да, в углу. Почему такого нету? Я не вижу, у меня что, нету кровотечения. Я, конечно, вижу, что у меня, блин, второй экран. И мой спина немного покоцан. Но что-то вообще... Более ничего, как говорится. Здорово, малыш Геррера. Геррера, наверное, сейчас кайфует прямо надо мной. Текс. Такс, а куда у нас все, блин, разбежались? Вроде бы все было нормально, игроки, карнычи. Походу, всем просто стало наплевать уже. Так, ну ладно, я пофайтился, это очень хорошо. Надо было бы, конечно, карнычам еще бы предложить пофайтиться. Текс, ну давай попробуем встать. Я надеюсь, я сейчас не умру от кровотечения, ну, которого я ни хрена, блин, не вижу. Походу, у нас весь файт происходит вон там. Вон там он прям-таки происходит. Посмотри, вот реально, на спине он несет скалу. Каменную глыбу, каменную скалу. Это реально. Так. Надеюсь, там Магнорекс. Да, за Магнорекса, кстати, здесь не дают поиграть, к сожалению. Вот. А так бы хотелось... Так, у нас опять бежит Карна. За ним гонится Геррера. Да, можно было бы, конечно, попросить. Сейчас мы попробуем восстановиться и попросим пофатиться еще вот с этими тремя... Да куда вы, блин, боже, я только к вам, вы от меня. Против трех Карна. Такс. Мне интересно знать, сколько регенится будет мой спинник. Текс. Да, ну, по-моему, это просто обычный Рекс, да? Насколько я вижу. Эй, ты что ты? Да ты что ты? Ты решил подраться со спиной, дружище? Тебе так не прокатит просто. Ну ладно, Кузьку я тебе дал сделать. Я не мстительный динозавр по жизни. Можно побегать, в принципе, за этими карнами, просто, знаете, попугать. Оу, фак. Yes. Зловещая машина. Пикс. Здорово, Рекс. Блин, как пинг просаживается просто капитально. Я прям вот... Я прям это чувствую. Ну и ты, наверное, видишь на экране монитора, как все это... блин... Туда-сюда болтает.
такая болтанка какая-то происходит непонятная. Да, с таким офигенным огромным пингом, блин, сумасшедшим просто, я все-таки смог завалить спина. Но моя ошибка была в том, что я вышел к нему прямо-таки в морду потом. Сначала я же идеально зашел в задницу, да? А потом вышел в морду, да. Это, конечно, ну не очень. Но, зараза, скажу так, что гиперспина довольно-таки вертлявая. Довольно-таки вертлявый динозавр. Так, а где у нас все? Что у нас, что там происходит? Стой, мне нужно посмотреть, я хочу посмотреть. Так, понятно, Рекс, короче, Рекс атакует Трикарна. Так, ну, давай попробуем, наверное, посидеть сейчас немножко, экран-то у меня вообще должен спасть. Оу, мы потеряли Рекса. Мы потеряли Рекса, уже 4 гиперкарна здесь. Трэш просто, трэшовский. Так, ну и чё? Ой, ты посмотри-ка, дриозаврик прибежал в гущу событий. Понятно. Чё, загрызли своего? Загрызли своего? Так, ну понятно, ладно, тут уже, короче, происходит беспредел. Давайте напишем Карна Go Fight. Блин. Вот так, примерно такого плана. О, сумасшедшая машина. Я уже на изготовке. Я уже на изготовке. Блин, конечно бы спуститься вот так вот поближе как-нибудь. И нет, чуть подальше отдалиться, чтобы посмотреть, как эта мощь орёт. Собака, не... блин... Как правильно сказать? Совершенная сила. Пикс. Если он сейчас меня атакует, то я его сразу же кусну. Давайте напишем, может быть, еще раз. Они нас не слышат. Или заняты файтом. Да, конечно, немножко тяжеловато одновременно и снимать, и, блин, писать, и еще и болтать, и смотреть, что происходит. Так, это у нас, по-моему, обычная Рекса. В смысле? Не хотите? Почему? No, no, no. Почему? Please. Please, Карна. Please, давайте файт. Так, о, отлично, экран у меня уже спал, первый экран. Это прекрасно. Ну, давайте еще разок. А, это, кстати, у нас прошел, по-моему, Сабик Рекс. Посмотри, насколько, блин, он маленький по сравнению с моим спинозавром. Давайте, Карна, файт. Давайте, я вас сейчас просто... Просто замучаю, yes. Нет. 3 vs 1. Давайте, 3 на 1, please. 1 on 1. Окей. Окей. Хочешь 1 на 1? Окей. Go. Погнали. Давай, малыш, я тебя догоню. Иди сюда. Задница круглая. Оу, нифига себе, Карна как байтит меня. Ну что же, ладно. Пикс, неплохо. Ну, конечно же, ему легче проще зайти в мою тушу и, блин, накусать меня. Иди сюда. Так, главное, самое главное не покусать остальных, тех, кто не участвует в нашей драке. Ну уже, ну уже, ну уже. Ты жопа мелкая, ладно, ты хочешь зайти ко... А-а-а, окей. Ну все, кажется, вот теперь я сольюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, да. Но, блин, я понял, это была моя ошибка, ошибку я учел. Так, ну что же, мы вновь в эфире. И продолжаем, наверное, сейчас гонять Карна. Гонять Карна. Так, подожди, сейчас у нас... вот этот вот
Спинник у нас проведет свой файт, и мы тогда попробуем еще раз пригласить на бой наших трех гиперкарничей. Кто у нас там сидит? У нас там мертвый Рекс. А, нет, живой Рекс. Блин, как он туда, боже, забрался, посмотри. Невероятно. Так, ну давайте дождемся тогда, когда у них окончится файт. Я не знаю, можно, конечно, пока последить, побегать за ними. Пока, наверное, я все-таки посижу здесь. Так, подождите, у нас появился один Карна, и, блин, у нас... О, у нас Рекс, вот с Рексом. Да ну их нафиг, этих Карна, зачем они нам нужны? Давайте пригласим Рекса на файт. Ну, и? Вот это будет сражение, блин, века. Что-что? В смысле? Ты не можешь, ты бежишь? Ну окей, ладно. Тогда я погоняюсь вот здесь с вами в вашей куче... в куче малаши, так сказать, да? Оу! Ага, вот почему. Слушай, он напал... Они, короче, все месят... в пятером месят спинозавра. Это вещь. Конечно, ну я не буду сейчас вступать в бой, не спросив... админов, потому что, ну, не знаю, вдруг мне дадут бан, а, блин, мне еще хочется здесь поиграть и показать вам много-много интересного, ребятки. Данных видосиков, ребятки, будет еще два, это точно. Так, ну, давайте пригласим еще Карна. Ну, Карна, давай. Давай, бэби, come on. В смысле, кто меня просит о помощи? Помочь вам? Помочь вам убить Рекса? Или что? О чем ты меня просишь? Что-что? Вы выиграли? Ну окей, ладно. Так, ну сейчас, короче, Рекс со мной точно не будет файтиться. Это 100%, блин. Окей, ладно, ждем кого-нибудь. Так, я предложил Рексу пофайтиться, но не знаю, отклонил он или нет. Давай, Рекс, в боевую стойку. Yes, yes, one on one. Один на один. Давай. Давай, вот теперь мы сейчас посмотрим. Не убивать себя? В смысле? Рекс, ты обалдел, что ли? Понятно. Он не хочет. Ну, спина против спины же уже было. Рекс. Короче, я тебя и так загоняю, задница ты корявая. Так. Come on. Давай. Ну давай, детка, я тебя вызываю уже. Ну и что это будет? Походу, он немножко это самое, кирпичиков отложил. Ну, сами понимаете, куда, да, и... Чё, спиноч нам предлагает драться? Отлично, ну хорошо, спина против спина. Давайте попробуем еще раз побайтиться, давай. В смысле? Ну? Я что-то не пойму. На кого нападать-то? Спина, ты хочешь драться? Давай. А вот и пошло месиво, вот и пошло месиво. А,
Ай-яй-яй-яй-яй, нет-нет-нет. Ну что же, один на один, и чья же будет победа? Так, у меня третий экран, и походу мне крышка. Да, не, все-таки неудачно как-то я повернулся, блин. Зайди, зайди. Нет. Вот о чем я и говорил. Это моя была фатальная, блин, ошибка. Да. Ну, тем более они тут очень долго думали, кто будет драться со мной. Я предложил Рексу, Рекс убежал. Потом я предложил Спинычу. Спина долго размышлял, но все-таки он, блин, говорит, давай, я буду с тобой драться, давай, окей, я готов к файту, блин. Короче, хрен их поймешь. Короче, ребятки, все, давайте на этом серию закончим. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх, подписываемся на канал, жмем колокольчик, и всем пока, до новых встреч, пока-пока.